На студії вже наша ранковий гість, наша подруга нашої передачі Наталя Пушкарьова, експерт з лідотерапії. Доброго ранку. Доброго ранку. Пані Наталя, ну для початку давайте розкриємо таємницю, бо ну таке трішечки мало знайоме ще слово лідотерапія. Що це? Що таке лідотерапія? Лідотерапія – це робота з енергіями камня і ісцеління при помощі камня, тих енергій, які излучає камень. Наприклад, такой камень, как сердолик, уже доказаны его лечебные свойства. И сейчас даже применяется в традиционной медицине. Ну, а мы, наверное, сегодня затронем эту сторону чуть-чуть. Так, зосередитися на більш красивій темі. Це кохання, це сімейний добробут. І як камінчики можуть вплинути на ось ці аспекти? Вот, наверное, самое правильное слово, как они могут повлиять. Потому как я не хочу, чтобы люди подумали, что камень – это какая-то волшебная палочка, которая может решить все проблемы, которые накоплены в течение какого-то промежутка времени. И достаточно всего лишь приобрести какой-то определенный камень, и все решится. На самом деле намного все сложнее. Камень – это энергия, которой вам может не хватать. И определенные камни могут ее дать для того, чтобы вы смогли пережить в своей жизни те состояния, те эмоции, которые вам нужны. Смотрите, например, с чего начинается любовь? Любовь начинается с того, что вы любите себя, принимаете себя. Ну, это здоровый эгоизм. Зачастую нам его так не хватает. Потому когда девушка впадает в жертвенные отношения и становится жертвой, поверьте, это не есть здоровые отношения. Так что сначала мы все начинаем с себя. И такой камушек, который поможет нам полюбить себя и прожить, вот состояние именно глубокого понимания себя, принятия и любовь, чистую, искреннюю любовь к себе, это такой камушек, как розовый кварц. Вот с него как бы начинается все. Он раскрывает женственность в девушке, и когда она входит в отношения, то она входит уже как женщина. Тобто такий камінчик потрібно мати перед відносинами, вот, да. Підготуватися. Да, именно так. Потому как зачастую есть девушки, которые, они красивые, они прекрасные, но внутри у них борется такое как бы анима и анимус. И анимус зачастую побеждает, то есть мужское начало побеждает женское начало. И для таких девушек будет хорошим как бы спутником и помощником именно розовый кварц. А чи розмір цього рожевого кварцу має значення? Тому що якщо я побачив дівчину з такою камінюкою у сумці, я б не підходив би. Ні, як говориться, розмір абсолютно не має значення. Главное только, чтобы это был действительно натуральный камень, а не искусственный. Это может быть даже такое маленькое, что-то с размером, как диамантик маленький. Может. Следующий камень, например, все хорошо у девушки, да, она и выглядит замечательно, и умненько, и красавица, то есть все замечательно, но в то же время у нее нет кавалеров, она как бы не привлекает такое большое внимание, чего-то не хватает, вот. И в этом случае поможет ей именно камень-сердолик. Этот камень, который способен привлекать противоположный пол. И он хорош не только для девушек, но и для мужчин, потому как сердолик – это камень людей, связанных с искусством. И у Пушкина был такой камень. Да, он носил сердоликовый перстень, наверное, все мы знаем. И не был обделен женским вниманием. Зате й поплатився. Наталя, ось дивіться, таке питання. Ось Пушкін носив, так, ви кажете, ось таку обручку із сердоліком. А чи ніяк не повпливає, якщо цей сердолік, або взагалі, можливо, інший там якесь каміння, сполучають з якимись там металами?
властивості не... Тобто, коли носити, це ланцюжок, так? Так, і так, туди так. вставити сердолік. Я поняла. Смотрите, есть камни, которые действительно требуют к себе очень внимательного отношения в плане того, во что он оправлен. Да? Это, например, бирюза и тот же сердолик. Их хорошо бы оправлять именно в золото. То есть, если бирюза оправлена в золото, то говорят, если такой у вас перстень на руке, то ваша рука никогда не оскудеет. Вы всегда будете с достатком и с денежкой. Вот. И точно так же мы говорим о сердолике. Если его носит мужчина, то лучше, чтобы он был оправлен именно в мужской металл, в металл солнышка, это золото. На что может вплинуть бирюза? Такое дуже красивое камень, яскравого кольора. Бирюза – это прекрасный камень, это именно женский камень. Вы зараз на востоке, на востоке было принято, когда рождалась девочка, ложить в кроватку кусочек бирюзы. И когда она вырастала, происходило как бы обручение с парнем, ему этот кусочек бирюзы отдавали. И если парень куда-то уезжал, то он всегда мог знать, как к нему относится девушка. То есть... я думала, это мы так спостерігаємо за парубком, аби він там нічого не наробив. Сейчас действительно это так. Если отношения ваши крепкие и вашей как бы паре ничего не угрожает вашим отношениям, то и бирюза остается яркая, она всегда будет как бы вас радовать. Как только она начнет бледнеть, подумайте, что-то, наверное, уже не так пошло. Это такой оберег от девчат для одруженных чоловіків. Да. Я думала, обручка – це оберег такий. Так, обручка – це вже оберег. Ось це все, що стосується перші два камінчика, було до початку, так, відносин. І ось бирюза – це вже, ну, це вже коли одружилися, вже назад вороття нема. Так, а який камінчик, можливо, якось там впливає вже на такі ось довгі відносини? Там, коли ми вже в шлюбі. 7 років, 10. Ну, в зависимости от того, чего не хватает в этих отношениях. Если угасает страсть, то, конечно, посмотрите на рубины. Нужно как бы подарить девушке своей или своей супруге обязательно дуже кольцо с рубинами. Подарунок такий. Это могут быть как и рубины, так могут быть и гранаты. Это именно камни, которые разжигают страсть в отношениях. Они дарят те эмоции, которые так хочется пережить. Як ще підтримувати стосунки вже в шлюбі, окрім цих двох камінчиків, які можуть впливати, наприклад, дітонародження? Як, ну, кохання з дітьми, воно так от все переплітається в родині, як ось це поєднувати? Ну, один із таких камней, который отвечает именно за женское здоровье, а мы понимаем, что все начинается оттуда, тогда будут и детки здоровыми, это яшма. Яшма, она имеет очень большую палитру окраса, в моем случае представлена красная яшма, а так она может быть и пестрой, и зеленой яшмой. Все они будут отвечать именно за женское здоровье и за сохранение этого женского здоровья, вот тем самым влиять на возможность... Таня, ну дуже багато камінчиків у вас, але як все ж таки, якщо наші телеглядачі хочуть, ну, можливо, придбати таке каміння, як перевірити, що вас не обдурили? Смотрите, насчет того же сердолика, вот он ще вот такой може бути. Дуже гарний. Да, вот такой сердолик. Это тоже. Его реже всего подделывают, потому как месторождений очень много. Также касается это и розового кварца. Ну, это скорее всего, не относится до коштовного камня. Да, это полудрагоценные камни, и их чаще всего не подделывают. Касаемо бирюзы, это уже намного сложнее, потому как кусочек бирюзы это очень больших денег стоит. И чаще всего вы попадете на подделку или имитацию бирюзы. Если... Тобто ви до нас за сьогодні прийшли, ну, с дуже таким гарним майном, коштовним. Можно и так сказать. Также касаемо хрусталь,
он тоже не так дорого стоит, и его не подделают. Так что из этих камней вы можете найти действительно не подделку. Пані Наталя, а ось серед камінчиків у вас ось на столі зараз лежить таке ось яблучко дуже красиве. Угу. Що це ось за такий ось атрибут? Молодий. Это у нас нефрит. Ой, извините, это оникс, это ониксовое яблочко. И оно как бы, камень этот связан именно с гармонизацией отношений и с гармонией в семье. Он заземляет отношения, то есть он их делает более стабильными, постоянными, и он больше направлен... Сбивает иллюзию и повертает до реальности. Да, ну... Робит такую ревновагу в отношениях, там, да, если... Да, это уже о спокойных отношениях, о накопительстве, когда вам надо что-то приумножать. Это вот к этому камню. Килограмм, да, ты таких, можно? А я сердолик захотела. Ну, гарний камінчик. Да, не коштовний за мене, ну, ніхто мене не вкраде його. Добре, пані Наталя, але на початку ви так ось відразу сказали, що ось це каміння, воно не, ось, як би так краще сказати, воно за вас кохання не побудує, так? Нет. Тільки може ось добавити. Да, это, понимаете, во-первых, любовь, она как бы у каждого своя, это раз. А во-вторых, есть как бы три кита, на которых строятся отношения. И если чего-то не хватает в паре, то над этим нужно работать. Камень – это только энергия, которая вас может направить или помочь справиться с той или иной задачей. Но за вас камень ничего не решает. Если вам не хватает в отношениях страсти, то вы уже понимаете, чего вам нужно. Точно так же, и когда вы обращаетесь к камню, вы должны четко понимать, чего вы хотите, что хотите принести в эти отношения. Если, ну, без ума просто так покупать камушки и думать, что от вы кажете, сработает, звертатися до каміння. Тобто, да. От поясніть, яким чином воно працює саме, що потрібно робити? Тобто, просто носити його в сумці не варіант. Ні, береш камінь, ще... там, Микола, дай мені сили, даєш ім'я йому. Чи ні? Чи якось по-іншому? Скажіть щось розумне. Смотрите, во-первых, с камнем нужно знакомиться. Я уже рассказывала в предыдущей передаче, что любой камень, он требует к себе уважительного отношения, потому как все-таки это энергия. И вы знакомитесь с камнем. В любом случае. После этого с камнем вы как бы пытаетесь найти общий язык, и происходит обмен энергиями. Потому как подходит камень вам или не подходит. Например, многим людям такой камень, как гематит, он не подходит. Он как бы может их и разрушать. Точно так же, как и пирит, тоже многим людям не подходит. И они входят в конфликт, и это не их камень. Вот. То есть вы должны почувствовать, что это ваш камень. Если вы это чувствуете, то он будет с вами, как говорится, дружить и работать. Тобто, підсумовуємо, ми знаходимо своє каміння, да, і ми маємо просто його відчути. Тоді, да, і він нам допоможе, да, тобто вплине якось на наше життя. Пані Наталі, дуже дякуємо, що сьогодні долучилися до нашої студії, обговорили таке дуже цікаве питання, як поліпшити стосунки, підвищити сімейний добробут, кохання. І всі ми нотували, наші телеглядачі, думаю, залишилися задоволеними. Ну, а я нагадую, що з нами в студії була Наталя Пушкарьова, експерт з лідотерапії. Дякуємо, що завітала до нашої студії та знайшли для нас час. Thank you.